По иронии судьбы, эта история, полная страстей и таинственных смертей, закончилась в День всех влюбленных. 14 февраля Ленинский суд Самары поставил точку в резонансном деле, участников которого уже нет в живых. Напомним, 32-летняя Екатерина Пузикова много лет сама была фигуранткой дела об отравлении бывшего мужа, банкира Дмитрия Пузикова. В 2015 году ее признавали виновной в убийстве, затем приговор отменили. Другой ее бывший муж Алексей Резков в июле прошлого года опубликовал в соцсетях видео с признанием о том, что якобы дал взятку в 15 миллионов рублей работнику суда. Это оправдание Екатерины. На следующий день после этого девушку нашли мертвой. В убийстве заподозрили Резкова. По версии следствия, он нанес Пузиковой не менее 57 ударов топором. Было возбуждено уголовное дело. Резкова отправили под стражу, но вскоре нашли мертвым и его в областной соматической больнице УФСИН. Уголовное дело об убийстве Пузиковой с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Сестра Резкова была не согласна с приговором погибшему брату. Прошло меньше месяца, и от сестры обвиняемого поступило заявление о прекращении дела. Принимаю внимание изложенные обстоятельства, учитывая, что подсудимый Резков умер 20 июля 2021 года. Близкий родственник Резкова, сестра Землянская, не возражает против прекращения дела. Суд считает возможным в соответствии со статьей пункт 4 части 1 статьи 24 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации прекратить уголовное дело в отношении Резкова в связи со смертью. В ходе судебного заседания от представителя обвиняемого поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со смертью обвиняемого Резкова. Прокуратурой района и представителями потерпевших не возражали против прекращения уголовного дела по пункту 4 части 1 статьи 24 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, то есть и со смертью обвиняемого, по нереабилитирующим основаниям. С решением суда согласились все стороны процесса. Заседание шло меньше часа. В суде было оглашено ходатайство его родной сестры, признанной законным представителем, о том, чтобы дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого или подсудимого Резкова, то, соответственно, это единственное возможное решение в силу закона, которое могло состояться. Представители потерпевшей вправе подать апелляционную жалобу, но, со слов их законного представителя, смысла в такой жалобе нет. Мария Левина, Николай Сидоров. События.